Здравствуй, мой любимый стратегичный жевжик. Ты слышишь Алексея Халецкого, а это значит, что ты на канале Лёша Играет. Подпишись и нажми на звоночек, если ты до сих пор почему-то нет. И сегодня Firaxis анонсировали очередную цивилизацию и новое обновление для Sid Meier's Civilization 6. Новой и, как я понимаю, последней все-таки уже цивилизацией в шестой циве будет Португалия. О ней подробнее, естественно, выйдет другое видео, так что не буду останавливаться. Но обещают, что появление Португалии откроет новые стратегические возможности, уж посмотрим. Кроме того, Португалия является вдохновением для одного из двух новых чудес света в игре. Башня Торре де Белен. Вот жена мне говорит, что она даже вживую видела это чудо. Я в Португалии, к сожалению, не был. Так вот, она строится на клетке побережья рядом с гаванью и дает плюс 2 золота торговым путям за каждый ресурс роскоши в том городе, куда вы отправляете караван. Кроме того, когда чудо достраивается, то города не на вашем родном континенте, ваши города, бесплатно получают самое дешевое в производстве здание, которое они на этот момент могут построить. Ну и кроме еще того, плюс 5 золота вход и плюс 1 очко великого адмирала вход. Другое чудо вдохновлено Вавилоном. Эти минанки можно построить только на пойме или болоте, и оно будет давать 2 науки и 1 продукцию всем клеткам с болотом и 1 науку и 1 продукцию всем клеткам с поймами в этом городе. Ну и само по себе просто дает 2 науки вход. Выглядит как очень неплохое чудо для Египта. Он очень часто на поймах появляется. Ну и в любом случае, ситуативно, если у вас много пойм, то, видимо, стоит к этому чуду стремиться будет. Говоря о болотах, разработчики еще и упомянули, что с этим дополнением появится новая карта. По-английски называется Wetland. Википедия рекомендует это переводить как водно-болотные угодья. Понятно, что на этой карте будут преобладать топи, болота, видимо, поймы. Не скажу, что прям уж интересно попробовать. Ну и, наконец, новый режим, который появится с этим дополнением, называется «Защита от зомби». Опять зачем-то фэнтези-режимы добавляют. Ну, что я могу сказать? Идея этого режима в том, что любой погибший юнит может воскреснуть и стать кровожадным зомби. Зомби охотятся и нападают на ближайших живых юнитов. Рабочие теперь могут расставлять специальные ловушки против зомби, и эти улучшения доступны только вот в режиме «Защита от зомби», и их построить можно только на нейтральной или своей территории. Кроме того, в этом режиме в городах появляются 2 проекта. Первый дает контроль над теми зомби, которые находятся на территории этого города после завершения проекта. Либо просто второй проект выбрасывает зомби за территорию вашего города и предодвигает, соответственно, к соперникам. А у шпионов появляется новый тип шпионской операции, называется «Нашествие зомби», которое по благополучному завершению создает на обрабатываемых клетках в городе другого игрока кучу зомби. В общем, как итог, в дополнении появляется 1 новая цивилизация Португалия, 2 новых чуда и режим защиты от зомби. Естественно, будут и какие-то улучшения игрового баланса, но об этом, когда уже само обновление выйдет. Кроме того, разработчики упомянули, и они это делали в стримах, и сейчас еще раз сказали, что в апреле выйдет финальный большой патч сезона, который перебалансирует огромное количество цивилизаций, надеюсь, в правильном направлении. Это же дополнение выглядит, по мне, так немножко странновато, особенно вот этот режим защиты зомби. Не понимаю, зачем, до сих пор не понимаю, зачем в цивилизацию вводить вот эти фэнтези-элементы, знаете, как будто они такие: ну, мы уже все реально ввели, уже прям больше даже ничего не придумывается, давайте зомби вводить. Хотя мне навскидку и колонии вспоминаются, можно было бы сделать режим с колониями и возможность вассалить, сюзеренить другие цивилизации. Ну, я ж не Firaxis, им виднее. В общем, ваши впечатления, пожалуйста, напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться им. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!